Итак, дорогие дамы и господа, продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И вот мы закончили кулачковые техники, вот таким вот приемом расшатали позвоночник, да, и переходим к более глубоким техникам, это уже локтевые. Нож входит в масло. Вот такой вот прием, когда мы расширяем межребер и тазовыми костями, да, вот это вот расстояние. Тут квадратные мышцы находятся, мы их растягиваем и расширяем за счет того, что входим вот от маленького мизинца, шире у нас рука, да, и, ну, в принципе, до локтя можно не доходить, до предплечья, середины предплечья, и упираемся в тазовую кость, оттягиваем ее туда. Как я уже многократно повторял, от нашего базиса весь скелет, который растет вверх, мы толкаем вверх, все, что растет вниз, толкаем вниз. Значит, толкаем эту кость вниз. Сразу входит вторая рука и толкаем ребра вверх. Вот такое вот короткое движение туда-сюда, отталкиваем друг от друга. Потом рука доходит по ребрам до конца. Еще раз предупреждаю нюанс. В основном воздействие идет на паравертебральные мышцы, да, и через них уже на кости. Если вы локтем поведете по ребрам, это будет больно. Костями по костям больно. Если косточкой вот это пойдете по гребню подвздошной кости, это тоже больно. Поэтому только предплечьем, да, вот мы толкаем. Доходим до конца. Здесь рука захватывает трапецию, начинает ее разминать. А здесь локоть от три локтя обходит по мягким тканям, чтобы не укоснуться косточки, да, на ягодицу. И делаем этой рукой 4 концентрических круга. При этом не забываем, что вторая рука разминает. Остановились вот здесь, сверху. Дальше этот локоть будет делать 4 прохода вот так вот вдоль, отталкивая назад, мышцы растягивая. А эта рука кулачком захватила за осистые позвонки с этой стороны, осистые отростки, а большим пальцем с противоположной стороны, вот мы плотно захватили. И расшатывают. Как я вам уже говорил, да, мышцы у нас получается 4 группы. Вот тут они крепятся. 1, 2, 3 и 4. Поэтому вот прохода у нас 4. Вот смотрите, расшатываю. Это надо потренироваться. Одновременно у вас с первого раза не получится. А вторая вот рука по ягодице работает. Оттягивая туда. Назад. Сливаем лимфу. Подхватываем ягодицу, и теперь вот мы раздавливаем ягодицу по диагонали в эту сторону и в эту сторону, желательно предплечьями. Всю большую массу всех мышц, которые тут находятся, да, вот еще раз показываю, вот мы закончили. Сразу руки переходят в исходное положение, и вот по вот этой диагонали, теперь по вот этой диагонали. По этой диагонали, по этой диагонали. Рука остается здесь. И превращается в рубанок, технику рубанок. Ну, я специально беру за большой палец, да, чтобы похоже было, как рубанок работает. По сути, браться вы можете как хотите. Хоть так, хоть вот так, хоть так, как вам удобнее. Значит, 4 прохода по спине. 1, 2, 3, 4. Заметьте, как бы я вот всю спину. 1, 2, 3, 4. Покрыл всю спину, да? 1, 2, 3, 4. Такие мощные растирания теперь пошли. Теперь растираем ягодицу, отводя ее в сторону, в длину. То есть мышцы растут вот так вот, да, мы их как бы в длину вытягиваем. Ягодичные мышцы. 1, 2, 3, 4. Работаем корпусом, видите, чтобы корпус вот мы давили силой. Теперь квадратные мышцы. 1, 2, 3, 4. Широчайшие мышцы, вот они идут. 1, 2, 3, 4. Трапецию нижнюю, 1, 2, 3, 4, руки разжались, верхнюю трапецию, 1, 2, 3, 4, теперь развернули корпус перпендикулярно и руки работают параллельно. Все тело его растерли. В этом приеме, в последнем, да, обратите внимание на мою позу, я как бы вот всем весом лежу на ней, у меня спина с одной стороны отдыхает, а с другой стороны мои лопатки работают. То есть мы дополнительно еще себе сами упражняем свои лопатки, чтобы они нормально ходили, были подвижны, избавляя себя от сколиоза.
Итак, где дошли, заметьте, все движения идут, где мы закончили, там продолжается следующий прием. В ППС надо попасть, это значит, вот нащупали косточки позвоночника остистые, да, вот тут кость тазовая, и между ними расстояние, ну, примерно, как-то жестко тут, больно здесь, наверное. Вот примерно два пальца. Вот сюда нам надо попасть острием своего локтя. Например, сюда, чтобы не на кость попасть, а именно на мясо. И пробиваем, отодвигая таз назад. Но немножко не по прямой, чтобы не попасть в косточку, а вот по диагонали, вот на себя. Как вот этот сустав ППС мы раздвигаем. Далее переходим на подвздошную кость. Помним, что она идет по диагонали вот так вот. Где визуально заканчивается ягодица, она не заканчивается. Она, гребень идет выше, вот где-то здесь получается, да. Чтобы по нему опять не попасть костью по кости, да, делаем валик из кожи, где-то сантиметра 2-3 сверху, и через него пробиваем. И, соответственно, уже не острием локтя, а вот этой плоскостью вот, чтобы человеку не было больно. Но движение достаточно мощное. Ну, тоже получается 4 точки приложения усилий. Вот, 1, 2, 3, 4. Как бить? Ну, соответственно, либо вот так вот мы бьем, либо вот так. Либо, если вы чувствуете, что человеку больно будет, да, можно смягчить. Просто вот так, легонечко. Уходим назад. И рисуем вот такие вот большие круги прямо локтем по всей спине. Буду чуть вперед. Размером с блюдца получается. Вот такие вот блюдца нарисовали. Идем, соответственно, когда ближе к позвоночнику, то с декомпрессией наш локоть должен идти вверх. То есть наше движение не вниз идет, да, а вверх. Вот туда вот вверх оно идет. Нарисовали блюдце, то есть получается с этой стороны у нас по часовой стрелке, с этой стороны будет против часовой стрелки. А дальше рисуем циферблат наручных часов, ну это примерно вот 3 пальца диаметром они, да. Как раз мы от остистых отростков попадаем на ребра поперечное сочленение, вот их линия идет. Вы их можете заметить, когда отодвинете мышцы, и вот мы прямо упираемся, вот они. Реберная гряда такая вот идет. Наша задача в нее попасть. В нее попасть и оттолкнуть как бы по диагонали, получается, в сторону и вперед. И вниз. Вот под таким углом мы туда внедряем локоть. Давайте нарисую эту схему сейчас. То есть вот круги идут вот так. Как блюдца большие. Так, масло шлак смазан, поэтому чуть плохо рисуется. Вот примерно 3 пальца отступили, получается вот эта грядка реберно-поперечных отростков. Ну, плавающие ребра у нас в данном случае не интересуют, да, поэтому чуть выше плавающих ребер вот 10-го ребра получается. Мы делаем циферблат наручных часов. Вот так вот ударяя в них. Так вообще уже не рисует. Ну, вы поняли, сейчас я
Все это локтем продемонстрируем, как мы действуем. Значит, каким локтем делать? Ну вот я этим ударял, да, и в принципе этим же локтем могу работать дальше. Но тут смотрите, у нас давление идет, получается, вот через плечо мы давим туда, для декомпрессии чуть вверх надо давить, да. Не понравилось вам вот этой рукой, например, вот мы большие сделали. То есть мы, получается, не массаж это, а это вот такой, как будто клинышкой забиваем. То есть, получается, мы поставили сколько яхт на причале, вот этот причал, да? Раз и 9 здесь, то есть 10 яхт получилось, да? Теперь пробьем выстрел стартового пистолета. И пошла регата. Первая вот пошла, мы предплечьями растягиваем тело человека. Вторая пошла. Третья и четвертая. То есть у нас сакральное число 4, да, опять делим на 4 части. Вот раз, два, три. Ну, четвертый в данном случае затылок с плечом. Мы тоже кость в кость упираемся. Ну, теперь смотрите, кулачковые техники у нас были, это работа с мышцами, да, а локти это все-таки работа с костями, поэтому вы всегда ищете кости, да, ищете, где упереться именно в кость. Когда мы вот это делали, мы тоже в кость упирались, да. Здесь мы тоже упираемся кость в кость, затылочную кость. Вот. Акромиальный отростка отодвигаем. Вот. Так, 4 сделали, 3 теперь. Раз, два, три. Нас все-таки голова меньше интересует, нас сейчас интересует ребрено-поперечное сочленение, вот этот участок. И, значит, на две части делим. Вот я в тазовую кость уперся, да, и ребра вот в ту сторону тяну. Раз, два, растянули. И теперь одна зона. По центру прям входим. Мощная растяжка предплечьями за кости, да. Хватаем дополнительно за бок и растягиваем еще сбоку человека, вот. Ну, тут еще какой нюанс вам подскажу. В качестве упражнения для вас самих вы тренируете свою спину. То есть ваша спина должна вот ходить вот так вот ходуном, извиваясь, когда вот мы тянем туда, мы скрючились. Когда распрямляемся, то в обратную сторону разогнулись. Точнее, получается, вот на флексию, на экстензию работаем. Вот наша спина тоже достаточно подвижна, лопатки сходятся, и мы сами себя упражняем. Так, и вот эти все упражнения, все эти приемчики подводили нас к как раз финальному этапу декомпрессии. Ставим локоть теперь, предплечье вернее, вот так вот, и самые упирающие кости. Середина крестца и уголок, верхний уголок подвздошной кости. То есть вот у нас идет упор вот такой, вот мы прям держимся, да. А с той стороны локтем переходим за остистые отростки вот сюда, на ребрено-поперечное сочленение, вот сюда. И начинаем раскачивать его, чтобы вот он ходил в разные стороны. Вот уперлись, перешли на ту сторону, да. Плавающие ребра опять нас не очень интересует, а вот дальше с 10-го ребра начинаем вот все тело его раскачивать. Руки ходят в противофазе. Раскачали. А теперь техника каток. Оба локтя параллельно вставляем вот сюда. Один держит тазовую кость, отталкивая ее в противоположную сторону. А другой рукой проходимся по всем ребрам сочленениям и продавливаем их. Можно головой еще добавить, как маятник покачать. И с выдохом. Давай выдох. Расслабились. И вот продавливаем без тела, у нас получается на той руке. Это мы просто отталкиваемся, да? А второй рукой проходим до конца. Захватываем трапецию. И наша рука догоняет переднюю руку. И мы начинаем разминать трапецию. Но это уже следующий сет, номер 5, когда мы будем работать непосредственно с плечи лопаточной зоной. Локтевые техники на этом закончились. И немножко скажу в дополнение, что обязательно предупреждайте человека, что вот сейчас надо потерпеть, сейчас надо выдохнуть, да? Все делаем на выдохе, все приемы мануально делаются на выдохе. Вот давай выдох. И еще раз выдох. И еще раз выдох.
Вы ему как бы своим выдохом еще подсказываете. И длинный протяжный выдох. О, продавили. Вот. Так что приходите к нам, будем отрабатывать все на живой натуре. И этим мы подготавливаем, вот этими массажами, да, тело человека к дальнейшим правкам. Правки еще не начались. Это только начало разогревания. До новых встреч, друзья. С вами был Олег Гудвин.